Всем привет, меня зовут Макс. Сегодня я расскажу, как же сменить сменный модуль в фильтре Aquaphor и правильно его установить. Итак, мы имеем вот такой вот кувшин, еще без сменного модуля. Вот, собственно, снимаем крышку. И если посмотреть, то на дне этого кувшина можно увидеть определенные вот такие вот знаки, символы. Вот здесь вот есть стрелочка, может быть, отсвечивать не очень видно. Именно на эту стрелку нужно установить тот месяц, ну, настоящий, в котором вы устанавливаете свой вот этот вот сменный модуль. То есть сейчас у нас август, и нужно установить фильтр так. Просто опускаем его в это отверстие и ставим на август. Вот так вот мы его установили и видим то, что стрелка у нас указывает на август. Здесь у нас есть количество людей, то есть это те люди, которые пользуются фильтром. Допустим, если у вас в семье 3 человека, то фильтр нужно будет сменить уже, ну, сменный модуль нужно будет сменить уже в следующем месяце. Если 2, то на 2 месяца вам хватит, а 1 на 3 месяца, собственно. Ну, в среднем 300 литров у него служба эксплуатации. И еще очень важный момент. Перед использованием фильтра сменного модуля обязательно замочить его в воде. Потом установите его и пропустите через него воду 2 или 3 раза. После этого уже можно его активно использовать. На этом все. Подписывайтесь на мой информационный канал, ставьте лайки, репосты, рассказывайте обязательно про мое видео друзьям. А с вами был Макс. Всем пока!